Шокирующая новость из США. Семейная пара обвиняется в изнасиловании приемных детей из Казахстана. Статья с чудовищными подробностями скандального дела вышла в газете The Milford Daily News. 49- и 50-летним американцам инкриминируют 26 пунктов. Суд проходит в Массачусетсе. Мальчик и девочка переехали из Казахстана в США в 2004 году. Спустя несколько лет юноша отважился рассказать о происходившем своей подруге. Джозефа и Линду Мэйет арестовали по подозрению в развратных действиях против лиц, не достигших 14 лет, а также в инцесте. Но тогда их признали невиновными и отпустили под залог. В июле этого года расследование возобновили. Как пишет издание, Линда Мэйет родила ребенка от приемного сына. Уроженец Казахстана дал показания против нее. Как стало известно, американская семейная пара из штата Массачусетс обвиняется в изнасиловании двух детей, которые были усыновлены в Казахстане в 2004 году. С целью получения информации по данному делу нами был направлен запрос в загранпредставительство Казахстана в США. По мере поступления данной информации будем сообщать дополнительно. Отмечаем, что данный вопрос взят на особый контроль Министерства иностранных дел.